В Башкортостане построят новый вагонно-ремонтный завод. Сумма инвестиций превысит 20 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Производство будет локализовано в Уфе. Компания планирует обслуживать и обновлять до 200 вагонов в месяц. Главный редактор РБК Уфа Кирилл Кукош выяснил подробности у председателя правления компании инвестора Рахмана Халилова. Ну, собственно, хочется узнать подробнее о подписанном соглашении с Республикой Башкортостан. Сегодня подписали на 20 миллиардов инвестиций в Башкортостан. Это включает в себя два предприятия, которые мы будем строить в Уфе. Один вагоноремонтный завод и второй по дегазации вагонов. Это будет создать новые рабочие места. Где-то около, мы планируем в конце этого года уже создать 250 рабочих мест в Уфе. И при этом на следующий год у нас план есть еще 150 добавить рабочих мест. Если говорить о инвестициях, каковы суммы? Инвестиции – это 20 ярдов. 20 ярдов, но в течение там, трех лет планируем инвестировать. На сегодняшний день мы уже перевели наш главный офис в Башкортостан. У нас половина сотрудников тоже переходит. Мы как бы рассмотрели этот регион очень льготный для нас, по логистике расположен хорошо. И как бы мы видим взаимопонимание между правительством. Сейчас на какой стадии проект находится? Мы только сегодня подписали. Уже как бы я думаю, что мы в октябре уже запустим одно предприятие. Мне остается только пожелать вам удачи. Спасибо большое.